Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στο κέντρο διασκέδασης Λύρα. Аплодисменты популярному исполнителю эстрадных песен и диджею нашего вечера Константину Рид. Сегодня вечером с вами я, в роли ведущего Янис Кисидис, и моя очаровательная соведущая София Манелиду. Κυρίες και κύριοι, επιτέλους έφτασε η στιγμή για την οποία μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Τώρα και μόνο για εσάς, σε αυτήν εδώ τη σκηνή, η μεγάλη τραγουδίστρια και τιμή μέλη καλλιτέχνης της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Дамы и господа, итак, наступил волнующий момент, долгожданный нашего вечера, момент, ради которого мы здесь все собрались. На сцене зала Лира только сегодня, только сейчас и только для вас заслуженная артистка России, неоднократный лауреат конкурса «Песня года», лауреат многих зарубежных эстрадных конкурсов. Наша любимая, талантливая, яркая и неповторимая Ксения Аркадьевна! Встречайте! Thank you.
сегодня, конечно, вы слышите те песни, песни нашей молодости, ну, многие, так сказать, да, из Советского Союза. Вот. И, конечно же, прозвучат совсем новые песни, которые услышите вы сегодня. Ну, а следующую песню, почему я поставила, потому что, ну, вот это как раз вот она с вами. Костенька. Радоваться вместе с тобой, да? То есть вы будете, я буду вам подпевать.
петь. Я буду вам пропевать, а вы будете сами. Припев. Такси! Хочу ее поздравить, Эльмира, хронишь пола.
Ти дрепишеш? Мова на все диво космос. Да, наша кола, Илья пода пола, а не ехать Илья, так и школа. Вот и тес, да не ура. Эла, да се дамаш. Песню, стихи, которых написала я, а музыку написала Жанна Колмогорова. «Милый мой родной», так она называется. Где это?
Я вам вначале говорила, да, что обычно я пою свои песни. То есть песни, написанные для меня, или же песни, где я пишу или музыку, или стихи. Музыку я реже пишу, потому что мне не нравится, как я пишу, мне не нравится моя музыка. Но стихи иногда мне приходится менять, потому что, ну, знаете, честно скажу, надоедает петь о любви. Я тебя люблю, ты меня нет, я тебя жду, ты не хочу. В общем, короче, асфальт. И поэтому я вот прошу, можно я поменяю слова? Без разрешения не имею права. Вот. И вот так вот попадаются иногда песни, где мои стихи. А вот песня, которая сейчас прозвучит, я вот уверена на 150%, вы очень будете рады услышать ее. Это очень красивая песня моего большого друга Аркаши Харалова «Музыка». А стихи написал наш очень известный Андрей Дементьев. Да, вот, и я хочу, даже не буду объявлять, как называется песня, а просто вот никуда мне нет. Заходи, живи. Твою не верю, как не верю.
я вам хочу спеть, то есть я составила программу, честно скажу, меняла, ставила, убирала, добавляла. В общем, в итоге выстроила программу, надеюсь, в конце я почувствую, я посмотрю на вас, я почувствую, довольны вы остались этой программой, которую я выстроила на сегодня. Вот следующая песня. Эва, ты записывай. А? Вопрос? Пожалуйся, что не можешь ты догнать.
последних. Я надеюсь, буду смотреть и послушаю ваши аплодисменты, как вы примете эту песню. Она мне лично очень нравится. Называется «Мужчины, послушайте, что женщины говорят». Мы вам верим в любой ситуации, даже тогда, когда не верим, но вам будем показывать, что верим. Верим! Так называется.
просил. Вы понимаете, вообще я вот уверена, что самое главное, вообще, что такое счастье, да, мы их говорим, ну, то здоровое, то нет. А мне кажется, огромное счастье, когда ты чувствуешь, что тебе рады. Вот вы мне так рады! Так, сейчас я посмотрю. Ой, вы наверняка давно начали так. А, да, еще одна такая песня. Тоже о прошедшей любви. Где она, эта любовь, елки-палки? Мы были счастливы с тобой, но... Давай, давайте. Спасибо, дорогие мои, спасибо. Ой, девочки.
песню в ритме танго. Судьба. Thank you.
там не училась. И как мы с тобой вместе учились в одном классе? Я говорю, ну ладно, учились. Значит так, чистая правда от меня лично. Я родилась в городе Гудаута.
Евгений, сколько вам сколько? Супруги рядом, мама у меня, супруги, папа Гудаутский. Дорогие друзья, вечер продолжается, и я потом попозже еще выйду, спою вам греческие и понтийские песни.